Один из главных православных праздников отметили в 83-й отдельной штурмовой бригады. Уже больше 10 лет подряд военнослужащие окунаются в купель на крещение. Всегда перед этим церковники проводят молебен и освящают воду. И помолиться перед нашим храмом и вспомнить в молитвах своих родных и близких, и за них помолиться, чтобы Господь укреплял и ваши тылы, чтобы детки ваши были здоровыми, чтобы на службе все было хорошо, чтобы Господь всегда был с нами. Ведь мы русские, и с нами Бог. По небольшому мостику прямиком в Иордань, напротив икона для крещения. Все по традициям. Морозы не испугали десантников. А сразу же после погружения все проходили в палатки для обогрева. Сегодня мы здесь собрались уже по доброй нашей воинской традиции для того, чтобы совершить великое освящение воды, чтобы все могли соприкоснуться с нашим христианским праздником, с тем событием, когда Христос крестился в иорданских водах. И по доброй традиции русского народа все желающие смогли окунуться в нашу Иордань, в нашу купель, которую мы соорудили здесь на территории воинской части. Отмечают уссурийские десантники и другие значимые православные праздники. К примеру, на Пасху освящают куличи и красят яйца, а в Рождество многие служат в храме. Виктория Калинина, Владислав Нам, Игорь Антонов. Телемикс.